This is President Business. Hello, hi, welcome to Taco Tuesday. Now, everybody say freeze. Zapping termination in 35, Mississippi. What? 34, Mississippi. 33, Mississippi. 32, Mississippi. 31, Mississippi. 30, Mississippi. 29, Mississippi. 28, Mississippi. 27, Mississippi. 26, Mississippi. 25, Mississippi. 24, Mississippi. It's your turn to be the hero. See you later, alligator. Don't! No, Emmett! 6, Mississippi. 5, Mississippi. 4, Mississippi. 3, Mississippi. 2, Mississippi. 1, Mississippi. 0, Mississippi. Error. Termination. Failure. If only there were more people in the world like he. Maybe there are. Meet me downstairs in 10 seconds. Metalbeard is keeping watch out there, so we shouldn't be interrupted. Oh, hey, you work here, don't you? Yes, we do. Including the cat with the unicorn horn. Great. Can you handle the sound effect machine for me? I drank too much overpriced coffee at lunch and, you know. Sure, I'm great with computers. Okay, just press the buttons in the same order as they appear on those monitors back there, and you can't go wrong. I'm guessing you haven't worked with this guy before. Thanks! Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт, мы продолжаем проходить за Лего Муви видеогейм, мы заменили робота по спецэффектам. Кстати, здесь такая студия большая. Что здесь снимают? А, вот он, кстати, этот робот. Ну, хорошо, потом с ним разберемся. Я на него не могу переключиться, ладно. Выбираем Бенни и идем сюда. Давай, Бенни. Так, хорошо. Смотрим на монитор. Мотор. Звук. Ну, давай. Сюда, сюда и сюда. Да? Мы справились, хорошо. Так, уходим. Еще раз давай. Так, первый сюда, потом собака и любовь. Все легко. Эй, в чем дело? Наверное, не по времени, ладно, еще раз. Я гулял с собакой, мотор. Так, сюда. Хорошо. Сюда. И все, последнее. Вот, теперь мы справились. Эй, почему они как-то странно горят? Смотрите. Эй, хватит. Я же выполнил. Так, и теперь, наверное, на ноги, да? Ноги. Сюда. И сюда. Это было легко, это было очень легко. Но теперь нам нужно, наверное, подойти к камере. Раз она мигает, и я вижу там уже радужные штанишки. Так, скорее бежим. Теперь нам нужно уничтожить все камеры. Видеокамеры. Так, первая камера, давай. Как нам ее уничтожить? А, стой, Б. Или навести куда-то. Наводим сюда. Далее. Куда? Что? Вижу. Так, Бенни, ты умеешь стрелять у нас? Ты меткий? Хорошо, навели вроде. Так, что еще? Вот еще камера. Нам ее передвинуть нужно, да? Давай, двигай. Стой. Так. Ну, я вроде верно все сделал, да? Так, роботы, пошли вон. Так, что здесь? Нет. Нужен ключ, нужен Эммит, а Эммита здесь нету.
Тогда ладно, кисонька, давай. Ты нужна здесь. Попробуй это сломать. И мы что-то собираем. Собираем, собираем бабочку. Снова бабочка. И полетели. А, кисонька у нас присоединяет вот здесь микрофон, наверное, это, да? И я уже увидел, наверху там есть тоже что-то интересное, но я не знаю, как туда добраться. Давайте поищем здесь. Так. Прожекторы, да. Кстати, насчет прожекторов, нужно их как-то направить. Дикарка нужна. Стой, дикарку выбери. А ну-ка, иди сюда, у нас здесь есть для тебя место, где ты можешь заползти. А ну-ка, попробуй. Вот. И теперь она может передвинуть лампы, все. Лампы у нас уже отсекаются сразу же. Эй, блин. Ну-ка, давай еще раз. Вот, полезно. Ну, наверное, соберем эту золотую кассету или что это такое. Золотой диск. Так, его собираем. И идем теперь поставить лампу. Аккуратно, чуть не упали. Так, это что такое? Это у нас какой-то держатель. Ну, мы тогда и это тоже переправим. А, это лампы. То есть мы их двигаем. Я понял. И тоже вторую лампу передвигаем. Осталось найти камеру. Где у нас тут камеры? Первую я вижу. Ну вот там была еще одна камера. Я ее вроде подвинул. И все стало замечательно. Но почему-то это не засчиталось. Сейчас еще раз попробуем. Так. Может ее вот сюда наоборот подвинуть? Ребят, я понял, как нужно было подвинуть камеру. Нужно было сначала завалить этот стенд. А теперь камеру мы можем подвинуть вот на зеленую точку. Так. И вроде готово. Да, мы все сделали. А, нет, еще осталось ее включить. Повернуть и включаем камеру. Все, запись пошла. Шоу снимается. Хорошо, тогда идем дальше. Массовая драка. Ну, для нас-то, я думаю, не проблема. Какие-то роботы. Подумаешь. Одного мы уже замочили, даже двух. Давайте возьмем Бенни. У нас у Бенни есть такая пушка классная, которая их очень уж быстро уничтожает. Так, стой. Главное, чтобы его не убили, этого Бенни. Вот. Раз, два. Все. Спокойно. Монтажная. Ну, давайте искать монтажную. Сюда я, наверное, никак не попаду. Здесь у нас нужен ключ. Тогда попробуем сначала уничтожить этого роба. А, понял. Вот монтажная. Стой. Не дерись. Ну. Давай. Еще сюда. Повыше чуть-чуть возьми. Эй, какого... Почему он меня убивает, а? Так, давай. Сюда веди. Как бы мне его так направить? Вот, еще чуть-чуть. Давай сюда. О, получается, еще. Блин, да... Не убивай меня. Я очки теряю. Направляй. Оп. Давай, давай. Стреляй по мне. Какой я красивый. Эй. Тише. Фух. Блин, не попал. Еще раз. Сейчас он прям по мне стреляет. Задержи, давай, свой выстрел. Наверное, последние блоки остались. Вот как бы нам их так... Сейчас сначала уничтожим это. И теперь веди сюда. Стреляй. Ну, попади, остался один блок. Ты же... О, он шутит. Давай. Во, спасибо. Теперь мы сюда заходим и взламываем монтажную. Так, ребят, спасите меня там, потому что меня могут атаковать сзади. А я буду проводить взлом. Вот, давай, погнал. Погнал Бенни. И взлом пошел, ребят, взлом пошел. У нас здесь два ядра. И, как всегда, нам мешают два робота. Сначала идем к первому ядру. Ну, одно ядро, наверное, быстро взломается, как и тогда, помните? А одно будет долго, как вот это. Хотя, не знаю, может быть и два долго. Скорее всего, уровень-то усложняется. В конце все сложнее и сложнее будет. Так. Хорошо, переразломали. Попробуем сейчас еще одно. Ой, меня зажали.
Зажали, блин. Так, вижу синенькую. Сейчас от него быстренько потопаем. Пошел ты вон. Так, как бы нам... Давай. Нет, не пробуй. Стой. Бежим. Да, все, взломали. Хорошо, это быстро получилось. Мы снова провели успешный взлом. И теперь мотор. Сигнал пошел, монтажный работает. Все, у нас прямая трансляция пошла. Итак, ребят, что нам нужно теперь сделать? Ага, дикарка выступает как ведущий. Ладно, смотрим видяшку. We need to fight back against President Business's plans to freeze us. Today will not be known as Taco Tuesday. It will be known as Freedom Friday. Still on a Tuesday. End of the line. Bad cop? I hope there's still a good cop in me somewhere. И неожиданно нам пришел на помощь злой коп, за которого теперь мы можем играть. И сейчас узнаем, на что он вообще способен. Эй, меня уничтожили в первую секунду. Он может стрелять? У него же была пушка, кажется. А ну-ка, попробуй. Да. Пушка у него явно есть. У него даже есть лазер, ребят. Вот теперь-то мы с вами попляшем. Сейчас самые вкусности соберем. Так, здесь еще ваза осталась. Направь на нее. Так, хорошо. Кстати, у нас... А, я думал, там какой-то тайный проход, но нет. Там такого нету. А, погодите, засранцы, не лезьте ко мне. И еще попробуем вазу сейчас взломать. Стой, что? Давай, пробуй. Так, направляем. Держим, держим. И хорошо. Мы собрали много всяких интересных очков. Теперь нам нужно, наверное, выйти с помощью того лифта, откуда они выходят, или что сделать. Пока цели у нас нету, скорее всего, просто обучиться играть за копа. Что? А, пусти его, боже мой. Я думаю, почему он... А, кстати, ребят, у нас же там было место, куда нужно прийти с ключом. А, и здесь у нас есть блоки. Ты умеешь собирать? Да, как-то у него с этим не очень... Тогда мы берем дикарку, она у нас всегда с этим справлялась. И у нас получается какая-то будка. Что это такое? Ну, можно из золотых блоков. Я это уже понял. Я уже с этим разобрался. Так, здесь еще тоже блоки есть. Ну-ка. Хорошо. Теперь ведем эту штуку сюда. Стой. Веди ее сюда. Почему? Что такое? Тяжелое или что? Почему она не ведет? Эй! Ага, ребятки, мы можем двигать эту декорацию. Теперь ее подвигаем, и здесь у нас какой-то вентиль. А ну-ка, бери его. Так, ага, и теперь мы поднимаем. Здесь у нас тоже очень... Ой, стой! Нет, поднимаем, поднимаем. Конечно. Все, до конца. Берем копа. Ой, ну да, копа берем. Сейчас он со всеми расправится очень быстро. И теперь нужно нагреть золотые блоки. А, стой. Я просто не вижу. По контуру ведем, конечно. Нужно вырезать. Вырезаем стекляшку. А здесь у нас что-нибудь есть интересное? Вроде нет. It's beautiful. It's also well protected, so expect resistance. И вот снова у нас тут куча врагов, но зато мы нашли стальную бороду. Ой, извини, чувак, если я тебя тоже обижаю. Я тебя могу убить? Да, я думаю, могу, поэтому не буду пытаться. Ты у нас хороший. Давайте попробуем его взять. И нужно починить сейчас несколько звездолетов, скажем так. Вот у нас первый, но я пока не особо понимаю, что делать. Ага, просто нажимать. Держим. И бросаем. Нам просто их бросить нужно.
а потом, возможно, соединить. Вижу уже золотые блоки, с помощью которых мы, наверное, тоже можем собрать, соединить их. Скорее всего, нужно будет собрать потом из этих трех деталей единый какой-то звездолет. В общем, узнаем потом в ближайшее время. Так, давай, коп, иди дальше. Иди, 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 ни на кого не смотри. Блин, вот привязались. Так, пробуй. Плавь. Ага. Так, теперь берем. Ты, наверное, не соберешь, поэтому тебя берем. Дикарка, давай, раз. Ой. Вот засранец, хорошо. Коп. Разберись-ка с ним побыстрее. Чтоб он понял, что это такое лазером-то пулять. Мы продолжаем. Нам нужно теперь собрать. Раз, два, блин. Так, хорошо, сейчас мы его вырубим для начала. Так. Иди смирно. И оп, все. Мы успели. И разбираем его сразу же, потому что он может проснуться. И что у нас получается, ребят? У нас должен получиться корабль. Угу. Но у нас нету носа корабля. Его нужно найти еще. Я, кажется, уже вижу. Я думаю, и вы заметили. Так, а, даже еще две части нужно принести. Так, каким бы образом сюда залезть? Это тоже часть? Давайте возьмем, наверное, нашу стальную бороду. Так, чувак, давай. Это разрушается вообще? Да, хорошо. Я думаю, нужно спуститься. Так, стойте, ребят. Валите, пожалуйста, отсюда, потому что я вас сейчас просто уничтожу. Как бы нам спуститься? Вот я пока не знаю, я вижу там уже деталь, но... пока не понимаю, как нам можно спуститься отсюда. А ну-ка, давайте переключимся на кого-нибудь другого. Например, на тебя, дикарка. И попробуем найти место, где может спуститься наш стальной гигант. Стой. Стальная борода, давай. На тебя. Угу. Попробуй здесь как-нибудь перепрыгнуть. У тебя должно получиться. А, вижу, Бенни, Бенни, Бенни. Слушай, может у тебя что-то получится? А ну-ка, залезь сюда. Там есть просто деталь. Точнее, терминал взлома. Стой. Угу. И да, здесь тоже есть деталька. Вот, терминал взлома. Давай его попробуем взломать. Подключайся. Так, снова помощник и два ядра. Идем взламывать сначала левое, потом... наверное, и за правое возьмемся. Как же без него? Так, тихо, тихо, тихо. Я думаю, сейчас это быстро взломается, нет? Долго. Скорей. Еще раз. Все, валим. Горячо, горячо, горячо. Сюда. Стой, ну быстрей. Вот, молодцом. Так, давайте пока станем сюда. Да, взламываем этот. Это ядро. Так. Сюда мы вирус загрузили. Теперь осталось последнее, второе ядро. Я думаю, оно взломается очень быстро. Так, давайте ускоряемся. Потопали. Ой, стой сюда. Все, робот упрыгивает, а замечательно. Ну-ка, пробуй. Да, оно взломается очень быстро. Все, взломали. И теперь мы, наверное, сделаем какой-то мостик для нашего стального гиганта. Хорошо. Так, пошел стальная борода. Давайте его сразу возьмем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не заметил как-то вас, ребят. Так, первый, второй и третий. Валите-ка вы нафиг. Теперь берем. Так, поднимай. Хорошо. И запускаем туда. Теперь мы должны подойти и снова распаять. Это у нас может сделать наш коп. Берем копа. Да, блин, идите в задницу, ребят. Так, первый. Кто там, еще один есть? Коп с ними очень быстро расправляется. Даже, наверное, быстрее, чем Бенни. Так, плавим золото. Плавим, плавим, плавим. И, наверное, сейчас опять прилетит наш любимый космолетчик. Где он? Нет, не прилетит. А, нет, вот он. Вижу его. Давайте его сначала немножко озадачим. И возьмем, наверное, дикарочку. Так, 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 скорее. Вот, чтобы он не проснулся. Он успел проснуться, но поздно, чувак, поздно.
Ты уже в наших руках. И собираем носик. Собираем носик. Все. Остались такие завершающие уже детали по корпусу и так далее. И они находятся именно в этом блоке. Чтобы этот блок открыть, нам нужно снова взять Бенни. Блин, ну Бенни. Бенни. Идем, 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 идем. И взламываем. Но стальным гигантам нам нужно... Ну, стальная борода, стальной гигант, я его так называю. Нам нужно пройти туда сначала, в первую нашу точку. И потом уже оттуда идти по мостику к последнему блоку. Так. Нет, это все-таки долго будет взламываться. Но для нас это не проблема. Вирус загружается, в принципе, довольно быстро. Это же не 10 минут, а всего лишь какие-то несколько минуток. Все, загрузили. Теперь мы берем ускоритель. Пам-пам-пам-пам-пам, топаем. Ай, тихо. Все, они... Ой-ой-ой, что такое? Почему? Ай, думаешь, меня обхитри... Ты смотри, какой хитрый. Не обхитришь меня. Вот, мы успели. Теперь снова выдвигается наш мостик. Как-то пропустить? Ну ладно, посмотрим. Мостик выдвигается. Так, где у нас борода? Давайте, наверное... Ну ладно, подождем, подождем, подождем. Бороду возьми. Стой, коп. Хватит умирать. Возьмите бороду. Ага, он уже пришел сюда. Хорошо, молодец. Половину уже сделал. Вот как бы им побежать? Да вроде так нельзя сделать. Ну ладно. Так, ты что там по нам стреляешь? А ну помолчи. Еще один вылетел. Давайте его сразу уничтожим, чтобы он не мешал ни нам... Ай, ни нашим ребятам. Тебя тоже. Все, берем. Так, бери деталь. Бери деталь. Вот. И бросаем ее, наверное, в корабль сразу. Я не знаю, куда мы ее бросим. Посередке. Ладно. И кто нам здесь теперь нужен? Давай, Бенни. Бенни, Бенни. Так, пошел. Давай, ты у нас будешь проделывать или кто? Раз, два и три. И вот уже добавляем ракеты, дополняем наш корабль. И на нем мы, наверное, сможем улететь. Вообще, нам нужно еще спасти Эммета, потому что он находится в какой-то реальности. Я думаю, все-таки он жив. Не мог же Эммет так умереть просто, упав в какую-то черную дыру. Я думаю, может, он в какой-то другой вселенной. Скорее всего, так оно и есть. Ну что, полетели. Ребята, мы прошли с вами этот уровень. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока.